Добрый вечер! Как вы знаете, и даже пень в весенний день березкой снова стать мечтает. Сегодня мы будем готовить пень. Для этого нам понадобятся блины, печеночный паштет, вы можете взять любой. Для украшения нам понадобится петрушка, укроп и грибы. Берем блины и разрезаем их напополам. Нам потребуется 4 блина. После этого выкладываем их вот в таком порядке. Берем паштет и намазываем. Вы можете чередовать, например, взять паштет, пассированный лук, морковь. Можете добавить жареные шампиньоны с луком. Абсолютно все на ваш вкус. Вы можете даже сделать их без паштета, а сделать какую-то начинку, которую вы любите. Теперь скручиваем. Из оставшегося блина мы можем сделать корешки. Украсим полянку зеленью. Можете использовать петрушку, укроп, кинзу. Все что угодно, любую зелень. Такой вот пенек с опятами у нас получается. Приятного аппетита! У вас наверняка возник вопрос, а как же его делить? Когда все полюбовались вашим произведением искусства, вы берете пенек, разрезаете его напополам и просто режете на вот такие дольки.